Ready? What do you think makes a stage performance? Все, что происходит на сцене, должно иметь отношение к душе зрителя. Иначе в этом нет никакого смысла, и оно должно иметь прямое отношение к сердцу человека, к его судьбе, к тому, что с ним происходит в жизни. И если это удается, тогда как бы цель искусства достигнута. И пытался научить их тому, что любое движение, любой прыжок, любая, так скажем, комбинация, которую они делают на сцене, она должна быть продиктована твоим действием. То есть ты не можешь начать жонглировать без того, что как бы тебе сейчас необходимо вот этот предмет сейчас взять и бросить вверх. As much as you can. Okay, completely. Oh, and if yes. Yes. And go. On this short part of the music to start this, because it's all calculated now by we have eight. Four eights before the dance. Four eights. Yeah. Après je me retourne. Tac, bien ça va. Ça. Yeah. Can we just quickly look before we're going to get the music? What? Okay. What? On swing après ça. Ça va. Non, demain. Dans les mains, c'est ça. Demain avec qui? Dans le deux. Sorry, scary. Oh, mais c'est dur. Tac. Ah, c'est vous là. Et on y va. Ok. Ah, oh, je peux pas. Tac, bam. At the beginning of the fourth eight, they're gonna stop you. Because the girls also gonna try to separate you from each other. Okay. Kind of. With like a walk in my shoes. Okay. Towards. Towards you. Буду вы практики видно? Yeah. Что касается самих репетиций, они в принципе должны быть импровизационными. Ты задаешь предлагаемые обстоятельства, из них вытекают взаимоотношения. Актер пробует их делать, ты добавляешь какой-то один элемент. Маленькое препятствие, которое должно сразу создать какой-то маленький конфликт, он, естественно, в этот момент происходит раскрытие персонажа. Да? Это все возможно только в случае, когда ты действительно всей своей кожей, всеми своими нервами находишься вместе с ними, когда ты как бы ощущаешь их пульс. Если ты его не ощущаешь, то очень трудно попасть вот в этот поток. If you can just, when you let you go, if you can immediately. Okay. Mm-hmm. Where are you going? Back I can go any direction. I can do like a front walk or I can do like. You try like. Студенты, они были настолько как бы открыты, настолько удивлены возможностью вот этой некой творческой свободы, которая могла перерасти, так сказать, во что-то еще. You still like somewhere. Okay.
footsteps like this. Now you wait. You're here. You go cut the whole thing, and you just fall down for a while. Не просто ты берешь номер и говоришь, вот я хочу вот этот номер, давайте-ка мы его обработаем. Вот так вот. Нет, это как вот есть персонаж, как вот как он будет себя вести вот в этой ситуации. Second time don't understand. And third time just break it down when he's gonna do it. Now you not right away. Oh no. We will try to go through everything. We haven't rehearsed 10 days, so it might be some stops, some misunderstandings. Let's try to do it no matter what. If something happened, I'm gonna tell you to stop. And guys, if there's any danger on your way, if you experience something, immediately scream, stop. Она, скажем, в европейском театре, ну, том театре, который мы как бы традиционно мы знаем, она как бы более или менее устоявшаяся. Это тот набор телесных движений, который как бы дает возможность нам прочитать это именно так. В цирке это чуть по-другому. Ты можешь сделать какой-то фляг, переворот легкий, воздушный, в котором ты выразишь ту же самую мысль, как в драматическом театре, но только это будет крупнее, это будет опаснее, так скажем, поскольку зритель и опасность это тоже вещи, которые создают зрелище. Какие картины остаются с нами, да? Те, которые несут человеческий смысл. Thank you.